Сегодня хочу показать, как сменить сами стекляшки зеркал. У меня американец, правое зеркало сферическое, но вообще не затемненное, светлое, с вот такой надписью. Левое зеркало совсем ровное. Левое зеркало совсем просто ровная стекляшка. Вот сейчас мы будем это менять, покажу как. Я не показал, как снимать зеркала. Вот, ну, в принципе, это легко. До конца выжимаете их вправо. Левая сторона чуть приподнимается, вставляете отверточку, фиксатор, и выщелкиваете. Очень легко, потом отсоединяете подогрев зеркала. Вот. Если есть у кого-то там затемнение, еще возможно какой-то датчик, мало ли, фишка, то будет вторая еще фишечка на нее. Ну, в основном одна на подогрев. Строительным феном проводим по кромке. Топим клей. Крепление центральное тоже, чтобы весь клей отошел, чтобы мы не сломали рамочку. Снимаем подогрев. Мало нагрели. И все отходит как по маслу. Фабричное стекло BMW. Подогрев и крышечка. Теперь вырезаем вот из такого стекла сфера, темное стекло хорошее, новое. Так, обводим по трафарету на необходимом нам зеркале. Ну, обводим не карандашом, соответственно, а бритвой. Чтобы отпечаталось. Трафарет. И непосредственно вырезаем стекло. Осталось только обточить на станке. Вырезаем второе зеркало. Артём, это друг семьи, это его друг, Максима. Бывшие друзья стали врагами. Дело не раз доходило до драки, но отказывался от любимой женщины, ни один из них не собирался. Когда она погибла, и муж, и жены сидели в углу гроба ночью напролёт. Артём, как не знаю, на гробище ходил. Но сейчас для родных Алены все это важно. Они хотят знать только, что же на самом деле случилось с этой молодой красивой женщиной. Я вижу мужчину, совершенно светлую, волосы руки мужчину. Она с ним почему-то говорит на таких грубых вибрациях. Я вижу, вышли, ругаются. И вот так вот она чего-то
повернулась и стала уходить. Вы знаете, прям сюда рука полностью. Мы не приводим голова на это. Сравнение старое новое зеркало, которое отражает прямые лучи. Вот, пожалуйста, одно слепит сразу же ровно, второе нет. Плюс у этого еще очень хороший угол обзора. Мне, как человеку, живущему в стране, где очень много солнца, предпочтительнее, конечно, вот такие вот зеркала, которые меня не будут слепить и которые имеют очень хороший обзор. Все садим на оригинальный клей, просто подогреваем его феном и садим на зеркало. Вначале защелкиваем обогрев, затем ставим зеркало на место. То же самое проделаем на водительской стороне. Сверху здесь. Итак, чуть-чуть подпривык к зеркалам, очень удобно. Как видите, зеркала абсолютно не слепят, даже вот на солнечное небо никаких бликов, ничего нету. Зеркала очень удобные, охват очень хороший. Вот можете посмотреть, видите, две крайние белые машины левые стоят, они в абсолютной, получается, слепой зоне, а их очень хорошо видно. Вон они где стоят. То есть 100% обычное зеркало, я бы их не увидел. Все, будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь.